надей. И я устал и отдыхая, балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей. Орликины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в ловких и натруженных руках. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в ловких и натруженных руках. Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки, и играет клоун на трубе. И в процессе представления создается впечатление, что куклы пляшут сами по себе. Хозяина не видно, и в темноту уходит нить. А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. А куклы так ему послушны, и мы верим простодушно в то, что кукла может говорить. Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер, засияет месяц в облаках. И кукол снимут с нитки длинной, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложит в сундуках. И кукол снимут с нитки длинной, и засыпав нафталином, в виде тряпок сложит в сундуках.